Всех приветствую. Продолжаем знакомиться с работами художников и их автобиографии. Штефан Лохнер, немецкий живописец, ведущий мастер Кёльнской школы. Родился в Мерсбурге около 1410 года, точных данных нет. Работал в Кёльне с начала 1430-х годов. Рассматривается историками искусства как главный мастер Кёльнской школы. Для художников этой школы характерны лиризм и мягкость в трактовке образов священного писания. Шел по стопам основателя школы, мастера Вильгельма, с которым равнялся по глубине выражения религиозного чувства и по милой наивности, и которого превзошел в отношении силы лепки и красок. Я цитирую Википедию, данных не очень много. Главное, несомненно, его произведение – знаменитый алтарный складень в Кёльнском соборе с изображениями поклонения волхву на средней доске и сцен из жития святого Гериона и святой Урсулы на боковых створках. Вероятно, ему же принадлежит Богоматерь беседки из роз, находящаяся в Кёльнском музее Вальрафа Рихардса, и Сретение Господне, 1447 год, Дармштадтской галереи. В 1447 году Лохнер стал членом городского совета Кёльна. Умер в 1451 году. Но вот такие небольшие данные о немецком живописце, ведущем мастере Кёльнской школы Штефане Лохнере. Пока-пока, до свидания, смотрим работу.